Криминогенная обстановка Новополоцка улучшается с каждым годом. Это подкреплено слаженной работой всего коллектива, а как итог лучший показатель раскрываемости преступлений во всей Витебской области – более 70%. Подводя итоги работы за 2018 год, представители руководства областного управления внутренних дел отмечают, что эту планку снижать недопустимо. В 2018 году был признан лучшим по итогам 2017. Он занял, ему вручили кубок переходящий Владимирова. Это самой высшей наградой считается этот кубок. И мы надеемся, что по итогам нынешнего года, 2018, уже в нынешнем 2019 году, ГУВД Новополоцкий тоже будет отмечен этим кубком. На сегодняшний день эффективность работы достаточно велика, и по отделам третьей категории Новополоцкий ГУВД занимает первое место среди таких же отделов этой категории. Эти награды, безусловно, подтверждение ответственной службы каждого из сотрудников Новополоцкого отдела. Погони, перестрелки, задержания. Каждый день сопряжен с риском для жизни. В присутствии высоких гостей на итоговом собрании отметили тех, кто в 2018 году добился успехов по службе. Здесь вручили почетные грамоты Управления внутренних дел, благодарности начальника управления, почетные грамоты Новополоцкого исполнительного комитета городского совета депутатов. За самоотверженную службу и преданность делу новополоцким милиционерам вручили нагрудные медали и присвоили очередные звания. Кроме этого, отдельная благодарность тем, кто без преувеличений всю жизнь посвятил службе в органах. От участкового инспектора до начальника оперативно-дежурной службы Владимир Соловьев сегодня уволен в запас вооруженных сил. Владимир Владимирович, огромные слова благодарности за вашу работу, за ваш труд, службу на благо нашего города, на благо нашего отдела. Могу характеризовать вас, как всегда, исполнительного, честного, порядочного. Отдельные слова благодарности отсутствующим здесь нашим пенсионерам, которые до сих пор, наверное, где-то в строю находятся, ветеранской организации, которые были моими учителями, наставниками. Отдельные слова благодарности, конечно же, присутствующему здесь Дмитрию Ильичу Зинкову, который в свое время дал согласие на мое назначение сначала оперативным дежурным, затем начальником оперативного дежурного службы. Ну и, конечно, всем присутствующим здесь спасибо. Не остались без внимания вопросы, требующие доработки. На итоговом собрании правоохранители разработали план мероприятий, выполнение которого позволит в 2018 году повысить результативность деятельности подразделений Новополоцкого отдела милиции. Карина Херсан, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.